Всем большой привет, меня зовут Татьяна. Сегодня будет обзор из магазина Fix Price, город Ижевск. Снимала из двух магазинов по адресам Сабурова 19В и 9 января 217. Начну свой обзор с отдела для кухни, потому что здесь появились просто невероятные новинки. Миска для смешивания за 100 рублей, объемом 2 литра, большая, пластиковая, есть удобная ручка и носик для слива. И на дне у нее есть прорезиненная вставка, чтобы миска не скользила на поверхности. Вот здесь такая огромная коллекция кухонной утвари с пластиковыми ручками под камень. Многое из них я вам уже показывала. И вот еще появились силиконовые кисточки за 55 рублей. Длина у них 23 сантиметра. Представлены в трех расцветках: серый, белый и черный. И такие же лопаточки силиконовые. Думаю, также 55 рублей будут стоить. Длина лопаточек 24 сантиметра. Кухонные щипцы за 55 рублей из нержавеющей стали. Такими щипцами удобно переворачивать котлеты или кусочки мяса на сковороде, доставать продукты из кастрюли или размешивать салат. А вот эти красивые кружки из рождественской коллекции я, по-моему, уже третий раз показываю в своем обзоре, но никак не могу показать целую коллекцию, и наконец-то свершилось. В этом магазине я нашла всю коллекцию этих кружек и с оленем, и вот с этой птицей, наверное, это орел. Также есть лев и волк. Очень красивая коллекция. И вы только посмотрите, какую красоту, просто завораживающую, я нашла. Это тортовница стеклянная. Я так понимаю, это из новой коллекции к 8 марта. Она идет вот в такой коробочке, можно даже подарить. Диаметром она идет 25 сантиметров. К сожалению, без ценника, но думаю, рублей 250 или 300 точно будет стоить. Расцветок очень много, достала всего 3. Чтобы вам показать, потому что из коробки не очень удобно доставать. Но посмотрите, какие они все красивые. И посмотрите, какие еще тоже классные и красивые пиалы я нашла. К сожалению, они без ценника, но думаю, рублей 80 или 100 будут стоить. Они большие, объем 400 мл, состав фаянс. И мне понравились их надписи и рисунки. Очень минималистичные и симпатичные. Прям вот мне по душе. В прошлом своем обзоре из Fix Price я вам показала семена цветов, которые продаются, а сейчас решила показать еще и луковицы, их здесь тоже очень много, различные гиацинты, нарциссы, георгины, лилии, тюльпаны. Но у меня одна зрительница спрашивала, не продаются ли в Fix Price гладиолусы, к сожалению, я их не нашла. Возможно, появится попозже, если появится, то я обязательно покажу. И посмотрите, какие красивые цветы, я, конечно, показала не все, а так только несколько. Приходите и смотрите сами. И оказывается, что фигурка девочка с бабочками стоит не 250 рублей, как я вам показала в прошлом обзоре, а 200. И также за 200 рублей еще появилась одна декоративная фигурка. Это вот такая милая собачка с корзинкой. Сделана она из полирезина. И я так понимаю, это собачка из коллекции к 8 марта. Вот с такой корзиночкой, куда можно положить, например, колечко. Почему бы и нет? И Fix Price нас просто балует различными ароматическими свечами. Вот эти свечи я вам показывала не так давно в своем обзоре. И появились еще и новые свечи. Тоже они, кстати, ароматические, стоят 200 рублей. Как вы понимаете, это из коллекции Color Block. Они идут в стеклянном стакане, в граненом, задекорированы еще вот такой ленточкой. Тоже можно подарить, например, кому-нибудь. Представлены в тех же самых расцветках. И вы только посмотрите, какую необыкновенную красоту я здесь нашла за 200 рублей. Это коврик для мышки, который сделан в виде настоящего ковра. У меня возникло сразу несколько ассоциаций. Первое — это советский ковер, который раньше висели вот на стенах у многих. Это было очень модно. Вторая ассоциация — это какой-нибудь дорогой персидский ковер. И третья ассоциация — это коврик в скандинавском стиле, который сейчас очень моден.
и их стелят, например, на кухне, либо где-нибудь в зале возле дивана. В общем, крутые коврики, я вам скажу. А еще скажу вам один такой лайфхак. У кого есть дочки и любят играть в кукольные домики, то вот, пожалуйста, вам коврик для домика. Очень будет смотреться классно и здорово, и мне кажется, девчонки будут вообще в восторге. Кстати, с обратной стороны эти коврики полностью прорезинены, поэтому скользить они не будут. Посмотрите, даже по бокам есть вот такой ворс. И снова в продаже появились складные полочки, пластиковые, за 200 рублей, но эти уже побольше предыдущих. Размер у них 43 на 14 на 18 сантиметров. И эти полочки очень удобно ставить друг на друга. Корзина для белья за 250 рублей, диаметр 35 сантиметров, высота 42 сантиметра. Сшита она из полиэстера, а каркас из проволоки. По бокам еще есть две удобные ручки. Расцветки представлены в ассортименте, и ткань, если честно, у этих корзинок очень тонкая, даже вот мне кажется, на видео видно, что она просвечивает. То есть это не та ткань, которая была у предыдущих корзин. А эта новинка совсем не новинка, но, видимо, ее достали со склада. Это натяжная сушилка для белья за 200 рублей, выдвижная. Здесь имеется 3 нити по 2,5 метра. Крепеж идет в комплекте. Снабжена функцией автоматического сматывания веревок и механической блокировкой натяжения. Такую сушилку удобно использовать на балконе, ванной или в коридоре, например. А это такой органайзер для скидочных карт за 200 рублей, называется холдер. Удобен для тех, кто любит пластиковые карты, а не электронные. Размер у него небольшой, компактный, 12 на 8 на 2,3 сантиметра. И посмотрите, как интересно он смотрится внутри. Множество кармашков, мне кажется, очень удобно. Расцветки представлены в ассортименте. И вы только посмотрите, какую классную, красивую и милую новинку за 80 рублей я нашла. Это женские носочки вот с такими мягкими, пушистыми кошачьими лапками. Я просто не устояла, конечно же, перед этими носками. Я взяла себе парочку. Они подходят на размер 35-38, состав 64% хлопок, 33% полиэстер и 3% эластан. Производство Китай. Расцветки представлены в ассортименте, ну и лапки тоже. Маска-скраб для кожи головы за 80 рублей, объем 200 мл. Эта маска идет с ментолом, эффективно очищает и отшелушивает кожу головы, уменьшает жирность волос и тем самым создает дополнительный прикорневой объем. И вторая маска с маслами для укрепления и активации роста волос. И второй вариант маски из этой же серии, также за 80 рублей, объем 250 мл, подходит для всех типов волос, разглаживает структуру волос, придает им мягкость и блеск. И третий вариант маски для волос от Fructis за 300 рублей, объем 390 мл для придания блеска. Подходит для окрашенных волос, в составе есть ягоды годжи. И маску можно использовать как бальзам-ополаскиватель, как маску и как несмываемый уход. На этом я буду заканчивать свой обзор. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. А я желаю вам всего хорошего. До встречи в следующем видео. Пока-пока!